А меча, бежавшего в Африку с 66 миллионами рублей, полицейские нашли, потому что к беглецу часто приезжали в гости родственники. В Сьерра-Леоне Анатолий Полухин открыл небольшую фирму и работал бы там, пока на него не вышли оперативники Интерпола. После задержания Полухина депортировали в Омск, он провел в СИЗО почти год. По данным следствия, бизнесмен незаконно получил 66 миллионов рублей. Деньги выдал банк, куда предприниматель представил поддельные документы о финансовой состоятельности своей фирмы. Анатолия Полухина суд признал виновным в мошенничестве в сфере кредитования. Если обжаловать приговор не получится, то в колонии общего режима бизнесмен проведет 5 лет. Когда перестал платить денежки, он в скорости реализовал арестованное имущество, которое было заложено, заложенное имущество, и скрылся, как установили в ходе ОРМ, проведенных Интерполом, в республике Сьерра-Леоне.